Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук подрался с политологом Александром Семченко в эфире одного из телеканалов. Поводом для потасовки стало высказывание эксперта в адрес парламентария. В ходе ток-шоу Мосийчук обвинил Семченко в работе на Россию. В ответ на это политолог назвал депутата душевно больным и отметил, что непонятно, как он оказался в Раде. После этого Мосийчук, который передвигается с тростью, набросился на оппонента, ударив его палкой. Соперники повалили друг друга и продолжили схватку на полу. Разнять их удалось не сразу. Игорь Мосийчук известен своей радикальной позицией по отношению к России. Депутат регулярно выступает с провокационными заявлениями в адрес Москвы. Ранее он угрожал взорвать Крымский мост, если станет министром обороны Украины.